Катя, это может стоить. Девушек больше для агрессивной женской не можешь поставить. Все, сейчас перестраивается. Так, нет, ну времени ждать народ. У нас нет. Я не могу ждать никого. Поехали. Итак, мы с вами рассматриваем обменное взаимодействие казни, даже мы там где-то в начале пути в прошлый раз не остановились. Итак, рассмотрим с вами систему, самую простую электронную систему из двух электронов, двух электронных систем. Итак, n равняется 2. Представим себе, что в приближении невзаимодействующих электронов эти электроны находятся в орбитальных состояниях φ1 и φ2 соответственно. Причем будем считать, что эти функции ортогональны друг другу. Ну, скажем, если речь идет о двух электронах в атоме, ну, скажем, это атом гелия, да, если два электрона, ну, вот естественно, совершенно, если это разные состояния. Хотя мы будем считать, что, в принципе, это могут быть и одинаковые орбитальные состояния. По принципу Паули, когда спиновые состояния должны различаться. Итак, поехали. Значит, рассмотрим с вами два спиновых состояния. Синглетные и триплетные спиновые состояния. Я напомню, что в случае спина 0, мы с вами договорились, спиновая волновая функция пары должна быть полностью антисимметрична. Ну, значит, орбитальная должна быть симметрична. То есть я пишу пси 1, 2 в этом случае. Это синглетная, то есть здесь, я не буду писать здесь спин равен нулю. Значит, это будет произведение орбитальной функции φ1,2, на чем она должна быть симметрична, так чтобы полная функция была антисимметрична, пси симметричная, на спиновую антисимметричную функцию пары. Ну а в случае, если спин равен единичке, то мы с вами договорились, спиновая функция должна быть симметрична, в чем их три симметричных функции, ну соответственно состояние оба спина вверх, оба спина вниз и спины в разные стороны. Тогда полная функция пси 1, 2 должна быть произведением, соответственно, антисимметричной орбитальной, то есть антисимметричная орбитальная на симметричную спиновую. Ну а дальше давайте, во-первых, эти функции спиновую, вернее, спиновую мы с вами строили уже, так, орбитальные функции симметричную и антисимметричную, ну, построим, запишем, по крайней мере, предполагая, что вот речь идет о одночастичных состояниях φ1 и φ2 соответственно. Значит, вот здесь я прямо напишу φs, симметричная орбитальная функция. Это множитель нормировки. При ортогональной функции φ1 и φ2 это единица на корень из двух. Единица на корень из двух. Дальше оператор симметризации и произведение одночастичных функций φ1,1, φ2,2. Ну, операторы симметризации, я напомню, операторы симметризации это единица плюс P1,2 для пары частиц. Ну, а в случае, если речь идет о антисимметричной орбитальной функции, ну, соответственно, записываем фи антисимметричная 1, 2. Это тоже, множитель нормировки тоже. Фактически нужно записать нормированный на единичку детерминант слэттера. Ну, мы его запишем тоже в символической форме через оператор антисимметризации φ1,1, φ2,2. Вот так запишутся орбитальные функции. Можно считать, что фактически перед нами функции нулевого приближения. То есть мы исходим из приближения независящих и независимых, то есть не взаимодействующих электронов. Вот. Но эти функции нулевого приближения мы должным образом симметризуем или антисимметризуем, ну, речь идет об орбитальных функциях. Ну а дальше я просто воспользуюсь теорией возмущений для учета взаимодействия между электронами. Итак, включаю взаимодействие между электронами. Да, вот я здесь еще запишу оператор антисимметризации рядышком. Единица минус P1,2. Так, чтобы у меня... Значит, оператор симметризации здесь, оператор антисимметризации вот здесь.
Ну а дальше я записываю гамильтониан. Гамильтониан система у меня выглядит следующим образом. H, это есть H0, то есть гамильтониан невзаимодействующих электронов, плюс взаимодействие. Ну, взаимодействие между электронами, это в данном случае я буду рассматривать кулоновское взаимодействие, где квадрат на R2. Вы знаете, вот терминология, принятая на сегодня, мне вообще говоря, не позволяет говорить кулоновское взаимодействие. Мы ниже покажем, что на самом деле как бы есть кулоновское. Я даже так скажу, есть кулоновское и кулоновское взаимодействие. Почему? Потому что ниже мы с вами как бы разделим вот это взаимодействие между электронами на две части. Кулоновское, в таком классическом смысле кулоновское, и обменное еще взаимодействие. Поэтому, когда мы говорим кулоновское взаимодействие в школьном смысле, мы имеем в виду взаимодействие между электронами E квадрат на R1,2. Когда же мы говорим кулоновское взаимодействие в таком, ну, не в школьном, а в университетском смысле, мы должны иметь в виду, что взаимодействие между электронами, электрическое взаимодействие, отталкивание между электронами, разделяется как бы на две части, кулоновскую и обменную часть. Поэтому, когда мы говорим, повторяем кулоновское, в школьном это все, а в университетском это как бы часть взаимодействия между электронами. Итак, H0 плюс, но тем не менее я запишу это взаимодействие в таком более широком, что ли, смысле V1,2. Хотя на самом деле, реально, речь пойдет о чем? H0 это просто сумма H1 плюс H2, то есть сумма одночастичных гамильтонианов. Ну, они могут быть разные. В них кинетическая энергия, ну, она всегда одинаковая. Это минус h квадрат на двойной оператор Лапласа, либо по первой, либо по второй координате. А вот потенциальная энергия, ну, она зависит от системы. Если это два электрона в атоме гелия, то это будет просто притяжение электронов к ядру одинаковое. Минус ze квадрат на R1, минус ze квадрат на R2, где z это будет двойка. Заряд ядра в атоме гелия. Ну а если речь идет о, скажем, двух электронах, предположим, вообще разных атомов, то есть мы будем как бы говорить тогда о межэлектронном взаимодействии атомов, ну тогда, конечно, эти гамильтонианы посложнее будут, я имею в виду потенциальная энергия в них. Если вы рассматриваете два электрона на разных атомах, то каждый электрон, во-первых, притягивается к своему ядру и к соседу. Так. Дальше это и первый, и второй электрон также будет. Второй электрон точно так же к своему ядру и к ядру первого атома. То есть потенциальная энергия посложнее будет. Но тем не менее, в общем случае, я просто пишу H1 и H2. А V1,2 на самом деле E квадрат на R1,2. E квадрат на R1,2. Ну и повторяю, вот у меня функции нулевого приближения. Вот это орбитальные функции нулевого приближения. Дальше смотрим, гамильтониан у меня от спинов не зависит. Поэтому на самом деле, когда я буду рассматривать поправки к энергии, вот, я просто воспользуюсь, ну, первым приближением к перемещению, формулами первого приближения, поправка к энергии. В данном случае речь идет о невырожденных орбитальных состояниях. Повторяю, спин я не трогаю, потому что в операторе гамма-гамма-гамма спин-то нет совсем. Это вот невырожденное орбитальное состояние. Я беру формулы из теории возмущения для невырожденного уровня. Поправка к энергии первого приближения. Это диагональный матричный элемент возмущения. Итак, поехали. Итак, значит, я смотрю, опять же, отдельно смотрю поправку к энергии для синглетного спинного состояния и для триклетного спинного состояния. Ну, вот сейчас вот вместо и формул я начну считать поправки к энергии. Итак, дельта Е, поправка к энергии за счет взаимодействия электронов. Дельта Е в случае синглета. Значит, как она будет считаться? Ну вот я должен взять на волновой функции орбитальной, то есть фи эс, дальше, ну давайте здесь запишу 1,2. V1,2, фи эс. 1,2.
Вот такой диагональный матричный элемент. Ну, фактически это средняя энергия взаимодействия электронов в состоянии, описываем функцией φs, то есть синглетным спином состоянии. Это φs, симметричная орбитальная функция. Дальше триплетное состояние, поправка к энергии. Ну, здесь нужно антисимметричную орбитальную функцию взять. V1, 2, φa, 1, 2. Вот как выглядят эти поправки. Ну, видно, что уже вот с самого начала видно, что вроде бы так разные какие-то вот получатся значения. Почему? Потому что орбитальные функции разные. Хотя их разница в чем? В том, что одна симметрична относительно перестановки электронов, а другая антисимметрична. Еще раз повторяю, что в целом волновая функция, полное произведение орбитальной на спину, всегда антисимметрична. Итак, дальше я сделаю вот что. Ну вот подставлю вместо функции φs и φa их связь с произведением φ1 на φ2. Вот. Ну, это можно проделать, скажем, на примере. Тут все будет очень похоже. Посмотрите, как я перепишу φs v1,2 φs. Для спинсинглетного состояния считаю поправку к энергии. Значит, я подставляю сюда φs через оператор симметризации, произведение одночастичных функций. Значит, будет 1, 2, единица на корень из 2 слева, единица на корень из 2 справа. Значит, будет 1, 2, дальше s φ1, φ2. Вот здесь s оператор симметризации, φ1 и φ2, это, соответственно, волновая функция. Φ1 для первого электрона, φ2 для второго электрона. У меня просто не входит. Вот, видите как? V1, 2, S, φ1, φ2 равняются. А вот дальше давайте посчитаем. Ну, на самом деле, если подставить сюда оператор симметризации в явном виде единица плюс φ1, 2, мы получим здесь 4 слагаемых. 4 слагаемых. Это 4 определенных интеграла. Но я посчитаю их немножко по-другому. Вот смотрите, я возьму и оператор симметризации вот здесь слева, протащу к V, а еще и за V перетащу туда, вот сюда. Почему так можно делать? Ну, во-первых, оператор симметризации, я только что на его месте записал эту формулу, я напомню. Единица плюс P1,2. Единичку протащить проблемы нет? Нет. А P1,2, ну давайте аккуратно посмотрим, что значит P1,2. P1,2 действует на это произведение, переставляет местами координаты. Φ1 будет от R2, а Φ2 будет от R1. Ну все. А теперь я делаю следующее. В этом определенном интеграле я делаю замену R2 на R1, а R1 на R2. К чему это приведет? Ну, здесь все вернется к старому. Будет φ1, 1, φ2, 2. V1, 2. Ну, оператор взаимодействия, он не зависит от перестановки. Так? И значит, нужно будет переставлять только вот в этом произведении, в этой правой части. Ну, это будет означать, что там просто надо будет записать оператор перестановки φ1, 2. Ну, тот, который мы проносим. То есть в результате вы пронесете единичку, пронесете P1,2, значит вы пронесете и весь оператор симметризации. И это означает, что в результате я получу следующее выражение 1, 2, φ1, 1, φ2, 2, здесь у меня места побольше, я координаты запишу, дальше V1, 2, S квадрат, здесь я оператор S, повторяю, пронес, S квадрат, φ1,1, φ2,2. Ну вот мы работаем сейчас с симметричной функцией, рассматривая синглетный, то есть спин, правильно, уровень и синглетное состояние. Ну, для второго случая, для триплетного, там все аналогично, только видите, вместо оператора симметризации будет оператор антисимметризации. Ну и вот точно так же можно проносить. То есть для триплета мы получим все то же самое, только вместо s квадрат будет a квадрат.
А квадрат. Ну а дальше мы воспользуемся свойством оператора симметризации и антисимметризации. Помните, мы писали, что квадрат оператора симметризации это n факториал на s. Снова n факториал на s. Квадрат оператора антисимметризации то же самое n факториал на s, на a. Ну действительно, смотрите, единица плюс p1, 2 в квадрате. Перемножьте. Единица будет. Плюс квадрат p1, 2 тоже единица. То есть 2 будет. Плюс единица на p1, 2 плюс p1, 2 на единицу. Плюс 2 p1, 2. Двойку выносите. И будет n факториал в случае n равно 2. Вот. Ну а дальше снова оператор симметризации. Ну мы об этом с вами уже говорили. Итак, s квадрат это 2s, двойки сокращаются, и здесь остается просто s. Ну и соответственно для триплета здесь останется просто a. Ну также двойка сократится, останется a. И вот я сейчас выпишу снова эти выражения для синглета и триплета. Как бы наполовину конечные выражения. Итак, для синглета φ1,1, φ2,2. Кстати, обратите внимание, что сейчас у меня слева и справа стоят несимметризованные, не антисимметризованные функции пары, а просто произведение частичных функций. То есть волновая функция, которая характерна для пары в отсутствии взаимодействия и в отсутствии всякого учета перестановочной симметрии. Итак, дальше будет v1,2 на s, оператор симметризации, снова φ1,1, φ2,2. В случае триплета пишем φ1,1, φ2,2, v1,2, оператор антисимметризации φ1,1, φ2,2. Ну, я еще раз напомню, вот еще раз напишу, что оператор симметризации это единица плюс P1,2. Оператор антисимметризации единица минус P1,2. Ведь они чем отличаются? Ну и теперь видно, что да, появится разница в выражениях для поправок энергии. То есть учет взаимодействия автоматом приведет к появлению разницы в энергии спиновых состояний. Странный результат. Почему? Потому что ведь взаимодействие-то у нас бесспиновое. А тем не менее, получится так, что энергия полная в паре у нас от спина будет зависеть. То ли это синглет, то ли это триплет. Итак, давайте запишем сейчас оба выражения следующим образом. S это у меня единица плюс P1,2, а единица минус P1,2. Вот слагаемое с единичкой я его обозначу K. Ну и оно будет и вверху, и внизу. К. Интеграл. К это будет то, что мы назовем кулоновский интеграл. Но правда, К, видите, буква-то, фамилия Кулон начинается с Си. Но тем не менее обозначается кулоновский интеграл К. Как в русском языке Кулон. Ну так исторически получилось. И это касается не только русскоязычной литературы. Сейчас этот интеграл обозначается К и в англоязычной литературе. А дальше плюс обозначим второе слагаемое И, обменный интеграл. Кулоновский интеграл, обменный интеграл. Ну а в случае триплетного состояния будет не плюс, а минус И. Видите? Не плюс, а минус И. Вот мы видим, что да, у нас появилась зависимость энергии от спина. Причем это различие связано с таким странным интегралом, который носит название обменный exchange интеграл. Обменный интеграл. Ну давайте этот обменный интеграл я запишу. И да, вначале давайте с кулоновским разберемся. Итак, как кулоновский интеграл φ1, 1, φ2, 2. Ну давайте я прямо запишу e квадрат на r1, 2,
e квадрат на r1, 2, φ1, 1, φ2, 2. Дальше я его распишу еще подробнее. Равняется вот прямо через интеграл. Ну, это двойной интеграл, потому что здесь интегрирован идет по r1 и по r2. А далее вот что сделаем. Функция φ1 входит слева с комплексным сопряжением. Справа она же входит без комплексного сопряжения. То есть в результате под интегралом у меня появится φ1 по модулю в квадрате. φ1 по модулю в квадрате. Дальше φ2 с комплексным сопряжением, φ2 без комплексного сопряжения. Причем, обратите внимание, здесь она от r2 зависит, ну и здесь тоже от r2. Это будет φ2 от r2 по модулю в квадрате. А что такое φ1 или φ2 по модулю в квадрате? Плотность вероятности. Это квантово-механическая плотность вероятности. Если умножить эту величину на заряд, мы получим плотность заряда. Плотность заряда. То есть я введу величины ρ1 от r1. Это будет заряд на φ1 от r1 по модулю в квадрате. Ну и аналогично для второго электрона. Ρ2 от r2. Вот здесь стрелки надо ставить аккуратно все, потому что эти величины могут зависеть от вектора r, а не обязательно от модуля. E на φ2 от r2 по модулю в квадрате. Это плотность и заряда. Первого электрона, который находится в состоянии φ1, второго электрона, который находится в состоянии φ2. Ну и тогда, если мы это все соберем под интегралом, мы получим вот такого типа формулу. ρ1 от r1, ρ2 от r2 делить на r1,2, или, ну я запишу аккуратнее, r1 минус r2 по модулю dr1, dr2. Ну а что это такое? Это просто, ну и особенно если смотреть не сюда, а вот на последнее выражение, оно специально так переписано, это просто классическое выражение. И классическая энергия взаимодействия двух распределений зарядов, ρ1 и ρ2. То есть это, вообще говоря, классическая формула, то есть наш квантовый результат для K дал классическое выражение для энергии взаимодействия двух распределений зарядов. Квантовость, квантовая механика тут в чем сказывается? Ну, в том, что эти плотности заряда для первого и второго электрона мы рассчитываем квантово-механически, зная состояние орбитальное, соответственно, φ1 и φ2. Но самое важное то, что здесь речь идет просто о средней энергии взаимодействия двух электронов в состояниях, соответственно, φ1 и φ2. И, в общем-то, это выражение можно было бы сразу написать, если бы мы не грузили себя вот всякими проблемами там, с перестановочной симметрией, и, там, принципом Паули и так далее. Если бы не грузили, прям так бы и написали. Ну, просто два электрона взаимодействуют. Все, плотность первого знаем, плотность второго знаем, плотность заряда. Ну, считаем энергию. Вот она так бы и была записана. Но оказывается, что это только часть энергии. Видите как? Это только часть энергии. Вот это классическая энергия, только часть энергии. Еще оказывается, у нас есть, видите, добавка странного такого вида. Давайте теперь обменный интеграл запишем. Он определяет здесь синглет-триклетное расщепление. Ну, ясно, что первое слагаемое кулоновским интегралом K, оно, видите, от спина не зависит. То есть никаких проблем нет. Ну, как бы и это очевидный результат. Почему? Потому что взаимодействие бесспиновое. Так, вот, считаемые средние значения на орбитальных функциях. Ну, откуда спиновые, спинка появится? В зависимости от спина ниоткуда и появится. А тем не менее, видите, у нас при учете перестановочной симметрии появляется вот это вот отличие в энергии синглетного и триклетного состояния, которое называют
ну, с которым связывает, точнее говоря, синглет, триплетное расщепление и обменное взаимодействие. И обменное взаимодействие. Итак, обменный интеграл. Ну вот здесь я ниже распишу обменный интеграл. Итак, и фи 1,1, фи 2,2, е квадрат на r 1,2. Вот обратите внимание, начало все то же самое. Начало все то же самое. А вот в конце, видите, вот здесь вот единичка у меня дает кулоновский интеграл, а p1,2 дает обменный интеграл. Ну а p1,2 что делает? 1 и 2 переставляет местами. Итак, пишем фи 1, 2, фи 2, 1. И все. Видите, мы потеряли с вами возможность теперь записать этот интеграл как-то в виде энергии взаимодействия двух распределений заряда. Вот, ну и, в общем-то, понятно, это ведь попытка все-таки какую-то классическую картинку представить. А здесь у нас сугубо квантовое слагаемое. Оно квантовое дважды квантовое. Почему? Потому что здесь учитывается квантовость на уровне отдельных частиц. Вот. Ну и кроме того, учитывается принцип квантовой тождественности частиц в системе уже, да? Ну, то есть я имею в виду перестановочную симметрию и принцип Паули. Ну или в виде двойного интеграла, видите, здесь уже расписать это все R1 минус R2. Расписать это так просто нельзя. Значит, надо просто писать φ1 комплексно сопряженное 1. Но я не буду R1 писать, а то мне все не войдет. Дальше φ2 комплексно сопряженное. Да, e квадрат еще давайте вынесем за скобку. За интеграл, наверное, e квадрат, интеграл двойной, фи 2, 2, далее фи 1, 2, фи 2, 1, dr1, dr2. Ну вот здесь, видите, нельзя ввести плотность вероятности и плотность заряда в том или ином состоянии. Обменный интеграл. Ну, обменный интеграл, по крайней мере, судя вот по записи, скорее всего, конечно, положительным будет. Положительным. Но здесь, видите, вот входит комбинация φ1,1 на φ2,1, так? И комплексно сопряженная комбинация. То есть произведение φ1 на φ2, φ1 комплексно сопряжен на φ2, и все это умножается на, ну, от первого электрона, да, все это умножается на комплексно сопряженную вот структуру для второго электрона. Ну, понятно, что в целом тогда это, этот интеграл, эта величина будет положительной. Положительной. Ну, давайте это вообще да, напишем, потому что на самом деле положительность обменного интеграла — это вообще очень важный вывод в гейзенберговской теории обменного взаимодействия. То есть я сейчас вам рассказываю фактически теорию Гейзенберга обменного взаимодействия. Между прочим, эта теория была им сформулирована довольно быстро после, собственно, создания квантовой механики. Ну, создание квантовой механики связывают 1927 на самом деле год. Это вот идея Борна о волновых функциях, введение понятия плотности вероятности, то есть статистическая трактовка волновой функции, 27 год. И вот этот год именно считают годом создания, собственно, квантовой механики. Не квантовой физики, а квантовой механики, теории. Ну и вот гейзенберговская теория обменного взаимодействия в 27-м же году была создана. Итак, и обменный интеграл, и называют гейзенберговский обменный интеграл. И вот эта вот формула для него, это вот стандартная формула для гейзенберговского обменного интеграла. Дело в том, что
Само, опять же, понятие обменного интеграла, оно немножко шире, чем гейзенберговский обменный интеграл. Вот. Вообще говоря, мы вам сейчас излагаем как бы простейшую теорию обменного взаимодействия, гейзенберговскую теорию, или теорию гейзенберговского обмена, как говорят, гейзенберговского обмена. Но на самом деле вклад в зависимость полной энергии многочастичной системы, многофермионной, многоэлектронной системы от спина вносит не только гейзенберговский обмен. На самом-то деле есть и иногда значительно более сильные эффекты обменного взаимодействия не гейзенберговской природы. Ну, в частности, где-то вот после 60-х годов, благодаря Филу Андерсону, физику конденсированного состояния, было введено понятие потенциального или гейзенберговского обмена и кинетического обмена. Кинетический обмен – это фактический обмен за пределами гейзенберговской теории. Я на пальцах объясню появление кинетического обмена сейчас. Вот очень... А давайте оба обмена поясним. Гейзенберговский и потенциальный. И кинетический. Ну, потенциальный, как бы, слово с чем связано, кинетический? Ну, кинетический, понятно, как-то вот связано с движением. А потенциальный нет. Ну, действительно, вот как проще всего проиллюстрировать появление этого обменного взаимодействия? Я вам уже об этом рассказывал в прошлый раз, когда мы говорили о хундовском взаимодействии. Почему? Потому что хундовские обмены, хундовское взаимодействие, правила Хунда, это на самом деле следствие как раз гейзенберговского обмена для электронов внутри атома. Еще раз напомню. Вот у вас два электрона с параллельными спинами. Так? Принцип Паули мешает им сблизиться сколь угодно близко. Иначе они попадут в одно и то же состояние. Принцип Паули не мешает электронам с антипараллельными спинами приближаться сколь угодно близко. Значит, делаем отсюда вывод. Значит, электроны с параллельными спинами в системе вообще, да, в атоме, нормально, находятся в среднем на больших расстояниях друг от друга, чем электроны с антипараллельными спинами. Ну а что значит электроны находятся на большем или меньшем расстоянии? Между ними работает электрон-электронное взаимодействие, отталкивание. А значит, в состоянии с параллельными спинами отталкивание будет меньше, среднее расстояние между электронами больше. Значит, отталкивание будет меньше, значит, это соответствует понижению энергии состояния с параллельными, читай, триплетным для пары. В состоянии с параллельными спинами или в триплетном состоянии, значит, да? А в состоянии с антипараллельными спинами, значит, такого нет. И там энергия будет выше. Ну и у нас это как раз соответствует чему, видите, при положительном обменном интеграле энергия синлетного состояния, простая картинка, да, выше, ну а триплетного ниже при положительном обменном интеграле. Вот простая интерпретация на пальцах. Гейзенберговский или после 60-го года. Ну, правда, слово гейзенберговский чаще, конечно, употребляется, чем слово потенциальный обмен. Вот. Но когда мы говорим о другом механизме обменного взаимодействия, кинетическом, ну, тогда приходится как-то различать. Хотя и в этом случае тоже говорят кинетический обмен и гейзенберговский обмен. Кинетический обмен. Вот представьте себе ситуацию такую. Вы рассматриваете теперь, скажем, два атома. Вот для магнитчиков картинка такая полезная. Два атома. Вот представьте себе, что на каждом атоме, ну, самая простая картина. На каждом атоме у вас всего одно состояние. Ну, чтобы вообще вот, упростить все до предела. То, что физик часто называет той модел, игрушечная модель. По-русски, ну, простейшая модель. Значит, да. Итак, по одному состоянию на каждом узле. Так, вот давайте рассмотрим два варианта. Спины электронов на этих двух узлах параллельные или антипараллельные. Итак, смотрим. Параллельные спины. Смотрите, значит, вот этот электрон в принципе может перейти, кинетический обмен, динамика, кинетическая энергия, он может перескочить на сосед. Да, но там же это состояние занято, мы договорились с вами, там одно состояние, оно занято. Значит, он не может перескочить на соседа в случае, если спины параллельны, то есть в случае ферромагнитного состояния.
А вас случайно ферромагнитного состояния, принцип Паули ему не мешает перескочить сюда. То есть возникает такой процесс кинетический, процесс перескока на соседа и возвращения обратно. Этот процесс приводит к понижению энергии антиферромагнитного состояния в паре. Итак, в случае антиферромагнитного состояния есть процесс кинетического переноса на соседа. Этот процесс приводит к понижению энергии. В случае ферромагнитной ориентации, в случае параллельных спинов, этот процесс запрещен. То есть, грубо говоря, он не работает просто и не дает вклада в энергию. А в первом случае он дает вклад в энергию. Во втором приближении теории возмущений, я же, видите, картинку объясняю, раз, вернулся обратно. Второй порядок теории возмущений. А вспомним, второй порядок теории возмущений в случае невырожденных состояний всегда приводит к понижению энергии основного состояния. Таким образом, кинетический обмен, как мы видим, способствует, в отличие от гейзенберговского, не ферромагнитному, не параллельной ориентации, а антипараллельной ориентации. И поэтому на практике во многих системах у вас идет такая жуткая, жестокая конкуренция кинетического обмена и потенциального или гейзенберговского обмена. Но, знаете, жалко Гейзенберга. Чаще всего для вот такого межатомного взаимодействия кинетический обмен сильнее оказывается. И поэтому он чаще всего и приводит к формированию не ферро, а антиферромагнитных упорядочений, то есть формирование антиферромагнетиков. Ну и если магнитчик, да и не только магнитчик, так вот окинет взглядом все многообразие магнитных материалов, то в этом многообразии доля ферромагнитных материалов, ферромагнетиков, она вот такая вот, мизерная. Основная масса магнетиков, ну прежде всего это изоляторы, конечно, то есть это, ну, или полупроводники, типа ферритов, скажем, всякие оксиды, фторриды, сульфиды, селениды и так далее. Это, как правило, антиферромагнетики. В них царствует не гейзенберговский, а кинетический обмен. Ну а вот ферромагнетизм – это металлы, скажем так, вот, железо, кобальт, никель. Вот. Правда, некоторые полупроводники, скажем, Европе, телур, так называемые халькогениты в Европе, там тоже работает ферромагнитное взаимодействие, но тоже не гейзенберговского вида, там работает так называемое косвенное взаимодействие электронов через некую промежуточную систему, через систему электронов проводимости. И вот в этих материалах это приводит к ферромагнетизму. В редких землях взаимодействие редкоземельных электронов, электронов редкоземельных, лучше сказать, точнее сказать, ионов, через море электронов проводимости. Это взаимодействие носит название взаимодействие РККИ, почти РККА. Знаете, что такое РККА? Рабоче-крестьянская Красная Армия. Это вот, я не знаю, до каких времен это было, такое было сокращение РККА. По-моему, его еще до войны. До войны его изменили на Красной Армии просто. А раньше была РККА. Раньше было не так. Вот была РККА и была еще Трудовая Армия. В Трудовой Армии служили, ну это был такой, знаете, как это типа полу... Вы знаете, я, по-моему, вам даже рассказывал, раньше, ну, помню, 80-х, даже 90-х годов, давали, скажем, срок и отправляли на химию. Ну, то есть не в лагерь, не в тюрьму, не в лагерь, не на поселение, а на химию отправляли. То есть на стройки народного хозяйства. Ну, а, скажем, в 70-х годах самые популярные стройки, это были стройки химпромышленности, ну, порошок стиральный, там еще чуть-чуть пластмассу, мешки полиэтиленовые. Мешков же раньше не было полиэтиленовых. Их стирали и сушили. Полиэтилен, мешочек, знаете, вот такие вот. Вот так вот. И трудовая армия примерно то же самое было. Туда отправляли, ну, не врагов народа, а всех неблагонадежных.
минутку. Я почему об этом не говорю? Потому что у меня отец вот именно служил в трудовой армии. Потому что был сыном кулака, и поэтому вот. И по воспоминаниям матери, представьте себе, приходит на побывку такой, вот как песни поется, так? На побывку прибыл. Ну, то есть там погоны, там прочее, все, так? Нет, с трудовой армии на побывку не отпускали. Вот, но мать приезжала где-то в Перми, по-моему, отец служил, к нему. И там классная была форма, была из, такая была раньше, черного кожи называлась. Такая материя черная. Ну, вы тоже, наверное, не знаете. Такая, ну, она не кожа, конечно, даже не завша. Ну, такая, в общем, ткань. Ну, уголовники носили такие шапки, такие все. Вот, была трудовая армия. Вот. Единственное, что война 41-го года уже, Великая Отечественная, вот, списала. Потому что трудовая армия же очень много народа было. Вот. Их уже, когда война началась, их начали брать в обычную армию. Вот. Ну, там, видимо, КГБ, то ли не КГБ, там как-то НКВД, тоже, видимо, за ними наблюдало. Как-то. Вот. Но как-то все потом уравнялось. Итак, РККИ называется взаимодействие. Рудермана, Кителя, Касуя, Ясиды. Касуя, Ясида. Так как Ясида японец, она и кратко начинается, так, но часто пишут его Иосида. Поэтому РККИ. РККИ. Это по-английски вот так вот. Рудерман, Китель, Касуя, Ясида. Но мы называем РККИ. Это взаимодействие электронов через поляризацию электронов проводимости. Это взаимодействие локализованных на атомах электронов через море электронов проводимости. То есть это фактически эффекты тоже типа второго порядка, которые связаны с тем, что один электрон, скажем, первый электрон, поляризует электроны проводимости за счет обменного взаимодействия с ними на самом деле. И эта поляризация передается на сосед, на второй электрон. Таким образом, они за счет поляризации моря электронов проводимости, спиновой, причем поляризации, магнитной поляризации, они взаимодействуют. Это взаимодействие Рудермана, Кителя, Касуи, Йосиды, оно характерно для редкоземельных металлов и сплавов. Вот из магнитчиков, кто занимается этими материалами, вот им надо как бы это подробнее поизучать. Но мы идем дальше. Обратим еще раз внимание на то, что у нас здесь, видите, здесь у нас фактически представлены матричные элементы просто на несимметризованном, не антисимметризованном произведении одночастичных функций. Причем в результате энергия зависит от спина при бесспинном операторе Гамильтона. Так вот, Гайзенберг поставил такую задачу. Я ее в таком уже не гейзенберговском варианте изложу. Давайте попробуем подобрать такой спиновый оператор, который бы работал в спиновом пространстве, но давал бы те же самые результаты, что и наш анализ. Видите, повторяю еще раз, здесь мы рассматриваем орбитальные состояния, квадратная N2, электронно-электронное взаимодействие, и получили два отличающихся друг от друга вклада в энергию для синглета и триплета. А вот теперь попробуем так. Подобрать такой спиновый оператор, который бы действовал не на орбитальных состояниях, а на спиновых состояниях. И давал бы то же самое, то есть давал бы синглет-триплетное расщепление. Вот, между прочим, это такой подход, он типичен для методов эквивалентных или эффективных операторов. То есть мы сейчас подберем такой оператор, еще раз повторяю, который бы, действуя на спиновые соответствующие состояния, синглетные, триплетные, давал бы то же самое синглет-триплетное расщепление. Итак, значит, я что сделаю? Я вот это вот сотру. Вот это я перенесу сюда, дельта Е. Это у меня случай спина 0. И вот это я перенесу сюда, дельта Е, случай спина 1. Так. А
обменный интеграл положительный я оставлю. Ну а теперь давайте вот что посмотрим. Значит, наша задачка фактически описать с помощью спинного оператора, с помощью введения некоторого спинного оператора, вот такое расщепление. Вот смотрите, я рисую картинку простую. До учета взаимодействия между электронами у меня был один уровень с энергией. Какая у него была энергия? Это энергия нулевого приближения. Это эпсилон 1 плюс эпсилон 2. Это энергия двух невзаимодействующих электронов. Эпсилон 1 и эпсилон 2 это энергии электронов в состоянии φ1 и φ2 соответственно. То есть здесь эпсилон и t это есть φ и t от r h оператор Гамильтона φ и t от r. Это одночастичные энергии, две, ну а первый электрон в состоянии φ1, второй в состоянии φ2. Вот полная энергия e эпсилон 1 плюс эпсилон 2. Никаких эффектов, ни перестановочной симметрии, никаких обменных взаимодействий, кулоновских вообще ничего не учитывает. А вот теперь я включаю взаимодействие. Что у меня получается? Причем это взаимодействие я включу так последовательно. Давайте вначале включим кулоновское взаимодействие. То есть вначале просто рассмотрим взаимодействие между электронами так, как будто нет никаких там принципов Паули, перестановочной симметрии там, и так далее. Что мы получим? Мы получим просто увеличение энергии на величину кулоновского интеграла. Как? Ну ясно, что это интеграл положительный, это же отталкивание. Вот мы что получим. А теперь дальше. Итак, вот здесь у меня, я напишу обменное взаимодействие отсутствует. Но эти обменные взаимодействия я обозначу wave change сразу же, равно нулю. А вот здесь wave change у меня будет отлично от нуля. Включил я это взаимодействие. Что я получаю? А у меня получается так, что вот этот уровень теперь расщепляется на 2. Видите, плюс и минус и. Причем величина расщепления 2i. Причем при положительном знаке обменного интеграла нижний уровень это триплет, а значит трехкратно выражен он. Полный спин единица, ну а здесь синглет, полный спин 0. Вот как выглядит картинка формирования энергетического спектра пары электронов с учетом, с последовательным учетом кулоновского и обменного взаимодействия. Так вот, моя задача теперь описать вот это вот синглет-триплетное расщепление, вводя некоторый эквивалентный спиновый оператор, который получит название Гамильтоняна Гайзенберга. Давайте теперь перейдем. Чисто спиновый оператор, который бы действовал на спиновые функции, но давал бы вот точно такую же картинку расщепления. Ясно, что в этом случае кулоновский интеграл мы включать не будем в этот эффективный оператор спиновый. Почему? Потому что кулоновская энергия здесь одинаковая. То есть вот эта поправка кулоновская одинаковая для синглета и триплета. Значит, нам только вот эту вот картинку нужно получить. То есть нужно подобрать, еще раз повторяю, такой бы спиновый оператор. Смотрите, что он должен, какими свойствами он должен обладать. Он, во-первых, вам должен дать энергию, которая не будет зависеть от проекции спина. Почему? Потому что, видите, вот здесь триплет, это три уровня. Вот. Три уровня. И все они имеют одну и ту же энергию, минус и. Вот. То есть это означает, что этот спиновый оператор должен вам давать, или лучше сказать, должен иметь собственные значения, которые не будут зависеть от проекции спина. Раз. Далее. Собственные значения этого оператора должны быть разными для синглета и триплета. Вот главное свойство. Причем, ну естественно, вот эту вот разницу плюс и минус и он тоже должен давать. Но это уже как бы детали не самые главные. Повторяю еще раз, самое главное это то, что он должен давать разную энергию для синглета и триплета. Второе, то, что его собственные значения должны зависеть от спинного магнитного квантового числа, то есть от проекции спина. Давайте я подберу такой оператор. Давайте подберем такой оператор. Знаете, на что ориентируюсь? Давайте рассмотрим вот такой оператор. Скалярное произведение S1 на S2. S1 на S2.
скалярное произведение. Дело в том, что это скалярное произведение обладает, вообще говоря, теми свойствами, о которых я говорил уже. Действительно, посмотрите, если я веду полный спин пары S1 маленькая плюс S2 маленькая, S большое, значит, я еще раз напомню, что спины отдельных частиц обычно обозначаются, да вообще все квантовые числа отдельных частиц обозначаются маленькими буковками. Вот, а значит, спины многочастичной системы большими буквами. Дальше возведем в квадрат левую и правую часть, ну и отсюда S1 на S2 извлечем. S1 на S2, когда будет равняться 1 вторая, S в квадрате минус S1 в квадрате минус S2 в квадрате. Вот как будет выглядеть скалярное произведение. Ну и, кстати, отсюда сразу же видно, что собственные значения этого оператора А различны для спина 0 единицы. Почему? А потому что собственные значения оператора S в квадрат различаются, конечно. Они чему равны? Ну, собственно, значение квадрата момента, это в данном случае спина, это S на S плюс 1. S на S плюс 1. Ясно, что эта величина будет для синглета 0, для триплета 2. Ну и кроме того, собственное значение этого оператора не зависит от проекции спина. То есть вот как раз перед нами оператор, который нас устроит. Кстати, обратите внимание, что нас не устроил и просто оператор S в квадрате. Просто оператор S квадрат нас тоже устроил. Но знаете, чем он плох? Чем он плох? В нем как бы нет структуры вот этой S1 и S2. То есть эти, потеряется информация как бы в первом-втором спине, в первом-втором электроне и так далее. Вот S1 на S2 в этом плане более для нас привлекателен. Собственное значение этого оператора. Давайте выпишем. Итак, собственное значение. Собственное значение. Переходим к ним. Для, смотрим, значит, маленькие спины по одной и второй, ну, два электрона мы смотрим, да, значит, S1 в квадрате S2 в квадрате, собственное значение, S1 на S1 плюс 1, то есть 1 вторая на 3 четверти, еще раз 3 четверти, минус 3 вторых. Ну, а здесь будет при спине 0, значит, в целом получится минус 3 вторых при спине 0. А при спине единица, собственно, значение оператора S в квадрат будет S на S плюс 1. Давайте здесь я напишу прямо. S на S плюс 1. То есть 1 на 2, 2. 2 минус 3 вторых, 1 вторая. Итак, плюс 1 вторая, если спин полный единичка. Ну вот видите, для спина 0 единицы мы получаем разные значения. Вот. Кстати, разница чему равна? Разница собственных значений. Минус 3 вторых минус 1 вторая. Ну и наоборот, 1 вторая минус 3 вторых. А тут двойка, кстати, двойка как раз. Двойка. Двойка. Ну если на и домножить, ну почти все то, что надо, получим. Ну давайте вот так и подберем. Смотрите. Итак, подбираю я. Ну, вот здесь можно, наверное, склеить немножко. Итак, если я возьму И, S1 на S2, то собственные значения будут так выглядеть. Ну, соответственно, спин 0, это верхний как бы уровень, это будет... Александр Сергеевич, да. А на вторую, на одну вторую не надо домножать? Надо, да. Вот вовремя вы сказали, потому что я сейчас... С ужасом вижу, когда пишу, вижу, что, черт возьми, мне двойку нужно, а мне ее нету, так? Вот она как раз сейчас возьмется. Да, 1 вторая, то есть, конечно, 3 четверти, значит, будет так. И 1 четверть. Видите, вот двойка-то мне почему нужна. Здесь разность вот этого и этого, это, ну, плюсы или минусы, в зависимости от того, что из чего вычитать. Вот. А у меня разность энергии 2i, вот это мне двойка нужна. То есть, я, смотрите, что делаю, пишу минус 2. И вот так вот, да? Минус 2i. А что это тогда будет давать? Собственное значение этого оператора. Минус 2i. Умножаем. Минус 2i. Спин 0 беру, так? Минус плюс 3 вторых.
это будет плюс 3 вторых и, плюс 3 вторых и, это спин 0. Обратите внимание, что я просто подбираю, на самом деле, так? И если спин единицы, это будет, ну, соответственно, минус 1 вторая. Минус 1 вторая, да, там, значит, 2, ну да, минус 1 вторая. И спин единичка. Вот на самом деле, мне этого было бы и достаточно. Видите, я получил оператор, собственно, значение которого для синглета триплета разные, а разница этих собственных значений как раз дает 2i. Ну, единственное вот что, что эти собственные значения будут сдвинуты по сравнению с тем, что у меня. Видите, как здесь 3 вторых, а не i. Здесь минус 1 вторая, а не минус единица. Так? Что надо сделать? Ну, чтобы уж совсем-то выровнять. Надо вот, скажем, здесь к этому и к этому собственному значению, да, добавить минус 1 вторую. Да? Минус 1 вторую нужно добавить. Итак, можно сказать, что я и подобрал теперь этот оператор. Итак, я пишу V exchange. Вот стандартное обозначение обменного взаимодействия V exchange. Более того, знаете, физики иногда отвлекаются. Вот это вот exchange, потому что вот это x, x change. И буква x, она тоже x читается, да? Поэтому иногда с обменами связывают только x букву пишут. Это как некая ключевая буква. X большое, как правило. А читается она x. Итак, как надо записать? Я еще раз напоминаю, вот надо, чтобы здесь у меня было не минус 1 вторая, а минус и минус единичка. Значит, надо минус 1 вторую добавить. И здесь еще есть, да, я вычту, будет так. Минус 1 вторая плюс 2i s1 на s2. Крышки рисуем вот так. Вот это обменный оператор, спиновый оператор, носит название спинного оператора Гайзенберга или Гайзенберговского гамильтониана. Или Гайзенберговского гамильтониана. Еще раз проверяем. Значит, спин единицы я беру. Здесь будет минус 1 вторая. И, собственно, значение от s1, да, плюс будет. Еще одна вторая и минус. Все правильно. Вот я подобрал такой оператор. Повторяю, он теперь действует у меня на спиновой функции. На спиновой функции. И тогда я могу полный гамильтониан. Смотрите, как записать. Полный гамильтониан. H равняется. H0. Это гамильтониан невзаимодействующих электронов. Плюс V кулоновское плюс кулоновское взаимодействие. Ну, это фактически будет E квадрат R1,2. Но считаться среднее значение и маточные элементы будут на произведение одночастичных функций без учета перестановочной симметрии. То есть это слагаемое теперь никакого уже обменного вклада не даст. И плюс V exchange. DV exchange – это гейзенберговский обменный гамильтониан. Вот этот гамильтониан, наверное, один из самых популярных, вообще говоря, гамильтонианов, ну или точнее, спин гамильтонианов в современной физике. Один из самых-самых популярных. Повторяю, что, наверное, самый популярный. Ну, кроме какого-нибудь там гамильтониана атома водорода. Ну, я имею в виду все-таки не гамильтонианы нижние, как бы, да, а уже гамильтонианы профессиональные. Вот, из профессиональных гамильтонианов это самый-самый-самый популярный гамильтониан. Причем он популярен не только для магнитчиков, хотя именно такого типа гамильтониан, гейзенберговский гамильтониан, с него стартуют все расчеты в магнетизме. Собственно, вся природа магнетизма на почти 100% связана как раз с гейзенберговским гамильтонианом. Но с таким же гамильтонианом гейзенберговским и его вариантами разными, так,
работают и, вообще говоря, не магнитчики, а физики, и не только физики, этим занимаются и химики, и биологи, и даже занимаются люди совсем далекие от естественных наук. Ну, я имею в виду математика, они же не естественники, так, раз, математики, и два, это какие-то экономисты там, и так далее. Вот вы почитайте, я вам уже об этом говорил, почитайте этот электронный журнал, я бы даже вам ссылку давал на него. Так, и там всегда есть статьи, ну, например, про какие-нибудь оранжевые революции, как можно описывать оранжевые революции с помощью гамильтонианов, типичных для магнетиков, ну, типа гамильтониан Гайзенберга, там, Мизинга. И понятие фазового перехода, вот, то есть действительно, когда вот у вас в системе вызревает революционная ситуация, это предфазовое состояние, мощные флуктуации там, и так далее. Все сейчас это описывается, так же, как описывается вся процедура выборов там, и так далее, все это тоже можно описать. Вот. Экономические кризисы, почему экономисты эти модели используют? Потому что экономические кризисы можно предсказывать, вообще говоря. Хотя, знаете, как квантовая механика явилась неким таким спусковым крючком многим понятиям, которые в классике, хотя и присутствовали как бы, да, но не столь важную роль играли. Ну, я имею в виду, например, понятие квантовых флуктуаций. Вот, очень важное понятие в квантовой механике, которое вообще говоря перешло и значительно шире. То есть границы этого понятия выходят далеко за рамки просто квантовой физики сегодня. Ну и, наконец, несколько я приведу гамильтонианов, которые, в общем, связаны с гамильтонианом Гайзенберга и в каком-то смысле являются, ну, их иногда говорят, не гайзенберговские гамильтонианы, но они либо частные случаи, как бы так, либо развитие гайзенберговского гамильтониана. Значит, это гамильтониан Изинга. Гамильтониан Изинга. Ну, я для пары пишу. Для пары S. 1Z, S2Z. Вот такой гамильтониан Изинга, где И будет изинговский обменный интеграл, здесь гайзенберговский обменный интеграл, здесь изинговский. Но обратите внимание, что это такая как бы анизотропная, причем предельно анизотропная форма гайзенберговского взаимодействия. Гайзенберговское взаимодействие изотропно, там скалярное произведение входит, так? Что это означает? Это означает, что гайзенберговское взаимодействие способствует либо ферромагнитной ориентации, если И положительно, как мы с вами договорились, да, если И положительно, ну, видим, что минимум энергии, ну, в таком классическом смысле, будет соответствовать параллельной ориентации спинов S1 и S2, тогда скалярное произведение максимально будет. Либо если И отрицательно, ну, кстати, когда мы говорили о теории Гайзенберга, то говорили, что И это положительно. Но гамильтониан этот используется и значительно шире. Как гамильтониан Гайзенберга, он используется и для описания эффектов любого обменного взаимодействия. Иногда говорят взаимодействие типа Гайзенберга, то есть любого обменного взаимодействия, которое сводится к такой же спиновой форме. Вот. Ясно, что если И отрицательно, то минимум энергии будет при антипараллельной ориентации спина. То же самое, на самом деле, характерно и для Изинга, но только здесь, видите, выделена ось Z, ось предельной анизотропии, как бы скажем. Ну, то есть это означает, что этот гамильтониан предполагает, что ваши спины ориентированы всегда только вдоль или, ну, по или против оси Z. Все. То есть предельная анизотропия, предельная выделенная ось анизотропии. Причем здесь, если не стоят крышки, эти величины можно рассматривать классически. Тогда это просто будет означать то, что называют дихотомической переменной, которая принимает. Ну, что значит дихотомическая переменная? Переменная, принимающая два значения. Скажем, вот спин вверх, спин вниз. Два значения. Вверх-вниз. Ну, вот я вам пример с дверью приводил же, когда говорил, что можно для описания динамики двери использовать так называемый псевдоспиновый формализм, потому что дверь, это, конечно, не спин. Вот. Но тем не менее, два состояния двери, открытые и закрытые, да, можно рассматривать как два состояния псевдоспина, одна, вторая. Вот. Ну, если вы, конечно, хотите продвинутую теорию двери, продвинуть, но видите еще промежуточное состояние, говорю, приоткрытая дверь, тогда вам придется спин эффективный брать, вернее, псевдоспин эффективный, не одна, вторая, а единица. Вот. Поняли, да? Ну, на самом деле, наука простая.
И она ведь, она позволяет обобщать, развивать и так далее, и так далее. Ну аж фантазировать, вообще проблем нет. Дальше. Ну, конечно, вы можете рассматривать изингерский гамильтонян, в изингерском гамильтоняне S-ы эти, да, как операторы. Как операторы. Это будет квантовый изинг. Классический изинг, квантовый изинг. Более того, вы можете считать, что тоже два варианта еще есть при квантовом анализе. Вы можете считать, что этот спин не только по оси Z может быть сориентирован, но и перпендикулярно оси Z. Вот. Ну, в общем случае, да, в общем случае. Ну, если при спине 1/2, лучше сказать так, что этот спин может иметь не только Z-овые, но и X-овые, Y-овые компоненты. Вот. Ясно, что это расширяет пространство состояния, вообще говоря. Либо вы, тем не менее, ограничиваетесь только двумя ориентациями спина. Тем не менее, рассматриваем его классически. Ну и разные тоже, разные варианты изингерской модели. Добавьте сюда еще слагаемые типа S1X на S2X, ну с другой константой. Это тоже будет некий анизотропный вариант изотропной гейзенберговской модели. Вот. Ну иногда говорят изинг, поперечный изинг, там, ну и так далее, и так далее. Моделей очень много спиновых сегодня. Повторяю, что они используются очень широко в современной, не только, повторяю, физике, но еще в разных таких соседних отраслях наук. Вплоть до экономики, права, социологии там, и так далее. Ну и, наконец, что еще хотел сказать. Вот давайте я все-таки тот самый кинетический вклад в обменное взаимодействие, который сегодня, повторяю, является вообще-то ведущим в большинстве магнитных материалов, все-таки я его выпишу. Давайте посмотрим, как можно обменный интеграл в этом случае представить себе. Итак, я беру картинку вот такую, два иона. В каждом из них по одному всего состоянию, ионы 1, 2 и состояние φ1, φ2. Но функции φ1 и φ2 одинаковые, хотя видите, они сидят на разных центрах, но функции на самом деле одинаковые. Но, правда, если они сидят на разных центрах, они как бы уже не одинаковые, если их отсчитывать от одного центра. Но, тем не менее, будем считать их ортогональными друг к другу. Вот. Гамильтониан H у нас будет включать H0, это будут слагаемые в H0, которые на самом-то деле никакого эффекта переноса не предполагают. Не предполагают. И плюс, я напишу так, H-трансфер. H-трансфер. Вот эта часть гамильтониана H-трансфер предполагает, вообще говоря, движение. То есть это означает, что этот гамильтониан имеет отличные от нуля матричные элементы, которые соединяют состояние φ1 и φ2. В частности, вот такого типа H-трансфер φ2, гамильтониан отличен от нуля, и я его обозначу T. От слова трансфер, интеграл переноса или перескока. Иногда его называют по-английски хоппинг, хоппинг интеграл или трансфер интеграл. Хоппинг. Еще раз говорю, дело в том, что H0, например, кинетическая энергия содержится, да? Но кинетическая энергия и сюда тоже входит. Только здесь я рассматриваю эффекты кинетической энергии внутриатомные на этом центре. А сюда включаю и возможность за счет кинетической энергии перескока на соседа. И вот эти вот матричные элементы, я с ними связываю этот гамильтониан H. Гамильтониан перескока или гамильтониан переноса. И его я буду рассматривать как возмущение. И вот теперь давайте посмотрим, что я получу, исходя из второго приближения теории возмущения. Итак, смотрю ситуацию ферромагнитной ориентации. Дело в том, что в этом случае электрон сюда не может перейти, поскольку состояние занято. А значит, эффект перескока с интегралом T не работает. Все. И это означает, что поправка к энергии дельта Е для параллельных спинов, ну или для нас это триплетное состояние, дельта Е триплет, равна нулю просто.
А вот дельта Е синглет. Синглет. Давайте посчитаем. Это эффект второго порядка теории смещения. Вот за счет интеграла t. В нулевом приближении этими эффектами я просто... Ну, их нет просто в нулевом приближении. Вот. А вот во втором порядке теории смещения я получаю такой эффект. Ну, давайте просто эту поправку выпишем. Минус t в квадрате. Это квадрат модуля матричного элемента. Ну, я возьму его вещественным. И делить на энергию переноса дельта t. Энергия переноса. Ну, то есть энергия переноса электрона. Я теперь рассматриваю, значит, синглетную. Вот такую ситуацию, так? И у меня вот этот процесс работает. Процесс работает. В случае, значит, триплета, он у меня не работал. Еще раз нарисую картинку с триплетом. Вот этот процесс, о котором я говорю, он здесь запрещен, если спины параллельны. Вот поправка к энергии. Видите, что получается? Ясно, что это приводит к понижению энергии дельта Т положительно. Приводит к понижению энергии именно синглета. Понижение энергии синглета. Ясно, что вот такой спиновый спектр можно тоже описать эффективным гамильтонианом типа Гейзенберга. Но только здесь обменный интеграл будет отрицательный. Для того, чтобы мы получили минимум энергии в антиферромагнитном, то есть в синглетном состоянии. Но ясно, что для пары это будет ферромагнитное состояние, FM. Это антиферромагнитное состояние, обозначение AFM. 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 И обменный интеграл, мы смотрим вот сюда. Обменный интеграл. Значит, расщепление у нас 2i расщепление, да, обменный интеграл половинка. То есть в нашем случае обменный интеграл i равняется минус t квадрат 2 дельта. T квадрат на 2 дельта. Вот это процесс перескока, переноса, с которым мы связываем так называемый кинетический обмен. Повторяю, что в большинстве магнитных материалов именно он является ведущим механизмом, а значит ведущим к антиферромагнетизму. Эти формулы, которые здесь выписаны, тоже весьма популярны у физики конденсированного состояния. Ну вот на этом все с гейзенберговским обменным взаимодействием. Идем дальше. Значит, следующий раздел – это представление чисел заполнения. Представление чисел заполнения и метод вторичного квантования. Представление чисел заполнения и метод вторичного квантования. Представление чисел заполнения и метод вторичного квантования. Знаете, как начинается, я вам рассказывал, вот как вопрос представления чисел заполнения и вторичное квантование. Ответ. Представление, вот я с него и начну. Представление чисел заполнения и метод вторичного квантования имеют важное значение в теории систем многих частиц. Все. В следующий раз. Ну, а я продолжу все. Это действительно, вот я вам эту историю уже давно рассказывал. Как-то у меня один астроном так вот меня порадовал. Действительно, это повод для улыбнуться. Мы с ним оба улыбнулись и разошлись до следующего раза. Ну, в следующий раз он как-то там, а может быть и не в следующий даже. Ну, как-то с ним разобрались. Вот. Ну, мы пойдем дальше. Действительно, вот метод специальное число заполнения, метод личного квантования – это основные методы, ну, можно сказать, один метод, вообще говоря. Это основной метод в теории систем многих частиц сегодня. Этот метод начинается, собственно, с представления чисел заполнения. О чем идет речь?
Давайте рассмотрим с вами систему невзаимодействующих частиц. Я уже говорил, что это в большинстве случаев это некая стартовая позиция, вообще говоря, для анализа любой системы многих частиц. Итак, система невзаимодействующих частиц. Ну, давайте для определенности, скажем, бозоны возьмем. Бозоны. Тогда волновая функция системы бозонов может быть записана как? Пси, это симметризованная функция, да, 1, 2, ну и так далее, n, это координаты частиц, должна быть записана в виде симметризованного произведения, то есть я здесь пишу множитель нормировки, так, дальше оператор симметризации и произведение одночастичной функции, пси 1, 1, пси 2, 2, ну и так далее, пси n, n. Ну вот здесь в скобочках у меня это координаты частиц, а внизу это некий индекс состояния, то есть набор квантовых чисел, ну скажем, вот можно так писать, вместо единички k1. Это какое-то число, которое, или квантовое число чаще всего, которое отличает одно состояние от другого одночастичное. k1, там k2, k2, там kn. Где K будет набор квантовых чисел, ну, чаще всего набор. Ну, иногда это одно, скажем, может быть, это просто волновой вектор. Скажем, в случае фотонов, волновой вектор, который отличает один фотон от другого. Вот как в общем случае запишется эта волновая функция. Правда, смотрите, деталь. Дело в том, что мы с вами говорили, например, для бозонов характерна базоконденсация. Это ситуация, когда все бозоны у вас находятся в одном низшем по энергии одночастичном состоянии. То есть это означает, что все функции ψ1, ψ2 и так далее, все совпадают просто. Ну, для фермионов это невозможно, для бозонов пожалуйста. То есть это означает, что у вас n частиц занимает одно состояние всего. Ну, возможно, другие варианты. Скажем, пусть у вас половина частиц, предположим, находится в состоянии ψ1, то есть ψ2 будет совпадать с ψ1 и так далее, и так далее. Ну, скажем, 100 всего частиц, 50 частиц находится в состоянии ψ1, а 50 остальных в состоянии ψ2. Может? Ну, пожалуйста. Вот. Пожалуйста. Кстати, тогда интересно вот что с оператором симметризации. Если в каком-то состоянии у вас находится несколько частиц, то волновая функция их, просто произведение, да, это уже симметризованные функции. Симметризовать специально по отношению к перестановке частиц, попавших в одно и то же состояние, эту волновую функцию не нужно. То есть фактически оператор симметризации в этом случае может быть записан ну, в каком смысле более компактно. Почему? Потому что ему нужно симметризовать только систему по отношению к перестановке частиц, попавших в разные состояния. Вот это надо иметь в виду. Ну, давайте просто картинку, связанную с заполнением состояний, с числами заполнения. На более простом случае посмотрим. Вот давайте представим себе, что у вас всего 4 частицы. Ну, так, чтобы не 2 брать, что-то уж совсем 2 мало. 3 только. Ну, 4 возьмем. А состояние всего, скажем, вообще всего 2. Просто 2. Состояние 2 всего. Пси-1 и пси-2. И пси-2. Всего 2 состояния только. Давайте посмотрим, какие вообще варианты здесь возможны в нашем случае для бозонов. Введем понятие чисел заполнения одночастичных состояний. Введем понятие чисел заполнения одночастичных состояний. У меня состояний всего 2. Значит, это будет n1 и n2. Да? n1 число заполнения состояния φ1, n2 число заполнения состояния 2. Числа заполнений. Ну понятно, что в общем случае, когда у вас состояние миллион, там, миллиард, вообще бесконечное количество, вы точно так же можете, а число частиц может, ну оно конечное, естественно, да. Вы также можете ввести числа заполнения одночастичных состояний, но они могут все нули, скажем, да, во всех состояниях ноль. Ну тогда вообще и число частиц ноль. То есть понятно, что у вас должно всегда срабатывать условие сумма
по всем состояниям, n и t должно равняться полному числу частиц, конечно, да? Вот. Поэтому если у вас число частиц не ноль, значит какие-то состояния все равно будут заполнены. В нашем случае давайте посмотрим все варианты. Ну, все частицы попали в состояние ψ1. Пишем так, 4, 0 вариант. Все частицы попали в состояние ψ2, 0, 4 вариант. 0, 4. Дальше, 3 сюда, 1 сюда, ну, то есть 3, 1, 2, 2, 1, 3, все. Вот наборы чисел заполнения, наборы чисел заполнения. Давайте в дальнейшем набор чисел заполнения, одночастичных состояний n1, n2 и так далее, обозначать следующим образом. N фигурных скобка. N фигурных скобка. Это набор чисел заполнения. То есть n число частиц, но мы их как-то по одночастичным состояниям разбросали, так? Ну вот вариант, пожалуйста. Значит, с каждым таким распределением связан набор, который мы обозначаем как-то вот, ну, для этого один вариант, тут другой вариант, а в общем случае это фигурная скобка. Хотя можно прямо указывать так вот, последует писать заполнение первого состояния, заполнение второго там и так далее, и так далее. Ну, вот как вы здесь это сделали. Полное число частиц всегда сумма, ну, везде 4. Надо обратить внимание на одно маленькое обстоятельство. Волновые функции, соответствующие различным наборам чисел заполнения, ортогональны друг другу. Вот это очень важно. Если исходные одночастичные функции ортогональны друг другу. Итак, если исходные одночастичные функции ортогональны друг другу, то волновые функции многочастичные, соответствующие различным наборам чисел заполнения, будут ортогональны друг другу. Я запишу это условие. Ну а кроме того, мы же можем их всегда выбирать нормированные на единицу, подбирая должным образом множительные нормировки. Тогда я могу записать следующее условие. Интеграл пси комплексно сопряженное. Вот здесь я указываю набор чисел заполнения. 1, 2, ну и так далее. N на пси для другого набора чисел заполнения. Фигурных скобках со штрихом, это другой такой, в общем случае, другой набор чисел заполнения. 1, 2 и так далее, n. Дальше d, tau 1, d, tau 2 и так далее, d, tau n. Ну, это элементы интегрирования, то есть элементы объема в пространстве состояний 1, 2, 3, 5, 10 частиц. Ну, например, dr1, dr2, там, dr3 и так далее, если у меня частица, скажем, бесспиновая, и только пространственные координаты работает. Равняется вот такой интеграл. Интеграл у меня будет ортонормировки. Равняется все это. Я так запишу. Дельта n, запятая n штрих. Это будет означать следующее, что если я рассматриваю волновые функции системы, повторяю, невзаимодействующих частиц, отличающиеся распределением частиц по одночастичным состояниям, то такие функции ортогональны друг другу. Ну, это, в общем, доказывает практически, ну, это практически очевидный результат. Ну, давайте предельный какой-нибудь самый простой случай возьмем. Давайте вот эти вот две функции посмотрим. Вот они, первая и вторая. Легко видеть, что они будут ортогональны друг другу. Почему? Да потому что вот функция, соответствующая первому распределению чисел заполнения, это вот произведение четырех функций вот таких, так? Вот координат первой, второй, третьей, четвертой частицы. А это будет волновая функция, соответствующая произведению функции ψ2. Координат первый на ψ2 от координат второй, ψ2 от координат третий, ψ2 от координат четвертый. Ну, возьмите вот такой интеграл, так? Здесь интеграл разобьется на произведение четырех интегралов. По dτ1, по dτ2, dτ3, dτ4. Каждый из этих интегралов будет выглядеть так. Это будет интеграл ψ1 комплексно сопряженное на ψ2. Уже слева у вас будут состояния ψ1 везде фигурировать, а справа состояние ψ2. Вот в таких интегралах. Ну а по определению мы с вами договорились, одночастичные состояния ортогональны друг к другу.
Значит, это будет ноль. И вот это очень важно. Итак, фактически мы можем сформировать набор ортонормированных функций для системы многих частиц, взяв в качестве элементов такого базиса просто волновые функции, построенные следующим образом. Это произведение одночастичной функции, соответствующей определенному распределению частиц по одночастичным состояниям. Дальше оператор должен образом симметризованное произведение, ну и определенный множитель нормировки, который дает нормировку на единичку. То есть у нас в руках базис некий, базис. Ясно, что вот этот базис можно использовать для описания системы и взаимодействующих частиц. Для описания системы и взаимодействующих частиц. Вот сейчас мы, собственно, и перейдем к представлению чисел заполнения. Давайте волновую функцию системы взаимодействующих частиц. Я ее запишу Пси, ну так, собственно, так же я ее запишу. Пси 1, 2 и так далее. N. Представим, да, давайте еще, кстати, в общем случае еще и время включим сюда. Так, чтобы можно было нам работать с уравнением Шрёдингера полным, то есть рассматривать задачу такую динамическую в общем случае. Итак, как можно представить себе такую волновую функцию? Ну вот перед нами базис как бы есть, вот из этих функций, так, пишем сумма, раскладываем эту функцию в ряд по базису. Но элементы базиса отличаются набором чисел заполнения. Значит, здесь суммирование пойдет по разным наборам чисел заполнения. Но в случае вот нашем частном, когда 4 частицы и 2 состояния всего, да, значит, у вас будет там 5, по-моему, да, 5 слагаемых в этой сумме всего. Ну а в нашем случае так, я пишу, c это коэффициенты, cn, они, конечно, будут в общем случае от времени зависеть. Ну а дальше вот эти функции cn, Cn, 1, 2 и так далее, n. Еще раз напомню, вот это фактически симметризованное произведение одночастичной функции, построено с учетом определенного распределения частиц по одночастичным состояниям. Это вот указывается здесь внизу, n в фигурных скобках. Ну а это коэффициенты. Кстати, это функции в общем случае времени. И обратите внимание, это функции это от чисел заполнения, от набора чисел заполнения, или просто от чисел заполнения говорят, но не координат. Это странная такая здесь функция, да, странная зависимость. Так вот эти функции от чисел заполнения и называют волновой функцией системы в представлении чисел заполнения. То есть фактически коэффициенты этого разложения и фигурируют в качестве волновых функций системы в представлении чисел заполнения. Ну действительно, если вы найдете каким-то образом эти функции, ну будем все-таки говорить коэффициенты, как бы, да, ну тогда, а эти функции вам известны, это волновые функции, которые вы будете знать, это, зная просто одночастичное состояние, то вы всегда построите и полную волновую функцию в обычном представлении, ну, будем говорить, скажем, в кардинальном представлении, то есть в таком шрёдингеровском представлении. Итак, еще раз повторяю, c, n, t – это фактически волновая функция в представлении чисел заполнения. И зависит она от набора чисел заполнения. Как это бы выглядело в случае, вот нашим n равняется 4, а я только запишу и закончу. Значит, в случае 1, 2, 3, 4. Это выглядело вот так. Смотрите, c 4, 0, пси 4, 0. Плюс c 0, 4, пси 0, 4. Плюс c 2, 2, пси 2, 2. Плюс c 3, 1, пси 3, 1. Плюс c 1, 3, пси 1, 3. Вот как бы выглядело это разложение в нашем частном случае. 5 слагаемых было бы так. Все. И если, конечно, вы знаете эти коэффициенты, эти функции чисел заполнения, то вы восстановите их в полную волновую функцию. Значит, наша задача фактически перейти к некоторому уравнению, во-первых, для новых функций, ну точнее говоря, не новых функций, а функций в новом представлении. Вот
аналог уравнения Шрёдингера, не только представление чисел заполнения, и посмотреть, как это в этом представлении работает. То есть познакомиться с методом вторичного квантования. Все на сегодня.